29 октября сделал обследование на электронном, на цифровом рентгене. В, как правильно эта клиника называется? Короче, на Игрине, психологической вот этой клинике. На цифровом рентгене, смотрите, какой у меня диагноз. Правосторонняя бронхопневмония. В этой же клинике, вот 1 числа, я делаю электронный томограф. Ну и смотрите, что у меня, какое заключение. На момент исследования данных в пользу пневмонии не выявлено. Ни на одном документе, ни на другом отказались ставить печати, печать врача и все остальное. Сейчас пойду выяснять, почему и как. В одной и той же клинике два врача разных диагнозов ставят, опасных для жизни. Стоимость исследования 1452 гривны. Как зачем? Добрый день. Добрый. Она может врач. Вот у нас было заключение. Угу. Поставьте печать, пожалуйста. Какую? Ну, что вы исследование провели. Вот. Нет, герб был печать или печать врача поставьте. Микрорентгенолог и фамилию врача. Не просто подпись. Печати этого мало? Да. Конечно, мало. Верхний. Конечно, снимаю. Ну, вот выйдите, подождите, пока я закончу описание. Хорошо, мы еще зайдем. А что вы ставите неверные диагнозы всем? Можете прокомментировать? Вы извините, у меня суммарное изображение. Какое суммарное? Вы ставите жизненно опасные диагнозы, у меня в руках на основании которых колят капельницы, уколы и жесткие антибиотики. Мы сделали томограф, вы вообще четверым человеком поставили с моей семьи неправильные диагнозы. Жене, мне, тестю и теще. Вот документальное подтверждение. Я сделал томограф. И то, что вы написали. У меня суммарное изображение. В смысле суммарное изображение? Поставьте печать на этом. Я сейчас вызову полицию сюда. Буду писать на вас заявление. То, что вы, чем вы тут занимаетесь? Работаю. А как вы работаете? Вы неверные диагнозы людям ставите. Диагноза, скажите, что мне делать? На одном пневмония, на другом нет. Компьютерный томограф делаются срезы. Да. Я смотрю суммарное изображение. Вас всю, всего мужа, всю вас. Понимаете? Вы смотрели легкие. Вы легкие смотрели. В смысле не понимаете? Когда делаются только легкие. Например, когда делается компьютерный томограф. Хорошо, объясните мне, что мне делать. Здесь диагноза нет, а здесь есть. Что делать человеку? Лечиться или... Компьютерный томограф является более достоверным методом исследования. Так а зачем вы тогда здесь? Поставили пневмонию. Как можно... Вы мне поставили пневмонию. Жене, теще и тестю. Потому что я буду смотреть изображение в общей. Значит, вы не умеете смотреть. Вы некомпетентны. Ну как это так? Вы делаете преступно опасные... диагнозы людям как ставить. Как можно поставить пневмонию? Представьтесь, пожалуйста. Потому что в исследовании нету ни фамилии, ни имя отчества. Поставьте свою штампу и фамилию напишите. Будьте добры, нет. Дайте мне закончить исследование. Поставьте фамилию и дальше вы будете. Да, я поеду в полицию писать на вас заявление. Все. На кого писать заявление? Вы отказываетесь говорить свою фамилию, имя отчество? Все. Вот где мы. Здравствуйте. А главный врач нам нужен? Да. Ну, нас к вам направили. Неправильно мы пришли? Нас направили с приемной к вам. Это вы? Значит, ситуация такая.
ваш врач отказывается писать фамилию свою, ставить печать на исследование. И выставляет диагноз. Я пошла сразу же у вас, сделала компьютер сегодня. Вы из какого отделения? Ни с какого, мы сами приехали. То есть диагноз не совпадает. Скажите мне... Там пневмонию ставят. И... А здесь мне умереть или лечиться? Что делать? Томограф говорит, нет пневмонии. А рентгенолог ставит заключение, что есть. Вот то же самое у меня. У меня вообще тут тоже правосторонняя пневмония полностью. Томограф вообще ничего не видит. У меня полностью здоров. Она отказывается писать свою фамилию, ставить печать и вообще выгнала с кабинета. Да на обоих исследованиях нет ни печати, ничего. Тут тот штамп, только рентген и все. Где правда, а где нет, вот скажите нам. Посмотрел терапевт на обследование. Мы сами приехали. Сами приехали сделать рентген. Да. Да. Потому что у нас в городе, мы из Синельникова, у нас в городе, ну там, коллапс. И цифрового рентгена нет. Он стоит только прям в ковидном отделении. Ну, для лучшего обследования приехали. Вот и приехали. И то же самое я привез свою тещу, тестя. Аналогичное. То есть, 4 разных диагноза ставит рентгенолог на цифровом рентгене. И томограф подтверждает совсем обратное. В вашей же клинике. Так как лечиться, что делать? И кому верить? Она правильно говорит, что она видит одну картину, но компьютер более глубоко. Но вы меня извините, если есть пневмония, это видно. Мы чувствуем себя прекрасно. Не, ну если уже ставят капельницы, уколы, ну, колят. Мне тоже надо. Полное обследование, ну он семейный врач назначил. К семейному врачу теперь нужно будет обратиться, пусть он делает вывод. Диски вам остановили. Не, вы считаете действия рентгенолога ну, нормальные, правомерные? Я не могу оценивать действия рентгенолога. Это делал, прежде всего, это делал. Аппарат делал, описал человек. Специалист. Специалист, специально обучен. Не является в смысле не является диагнозом лишь не является. Ну вы видите, что написано? Ну вы читаете? Да. Ну. Признаки, рентген признаки правосторонние бронхопневмонии. Признаки. Признаки. Тут не указано, что это пневмония. Тут то же самое. Вы мне снимаете? Да, конечно. Для каких целей? Ну как? Я фиксирую согласно статье 34 Конституции, фиксирую все данные. Какие? Буду обращаться в полицию, писать заявление на рентгенолога, на незаконное его действие. И почему она отказывается дать свои данные? Ну что это за роспись? Кто сделал исследование? Как фамилия врача и как ее зовут? Она не представилась. Мы зашли, подпиши, ну, поставьте свою фамилию, печать. Она отказывается это делать. Она отказывается Почему? Это делать. Она не хочет подписывать то, что она поставила. Значит, она не хочет нести ответственность за свои деяния. Сейчас от меня что вы хотите?